О высоком риске начала военных действий в Украине молдавское руководство предупредило еще в октябре. А с ноября оно стало усиленно готовиться к различным сценариям развития событий. Об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел Нику Попеску. По его словам, власти учли и тот факт, что в нашу страну начнет прибывать большое количество беженцев. Ты надолжишь мотать луни в октябре. Но им стали ртать на риску мажор дестол диналтовный разбой, а уну и разбой на Украина. Шидену луна ноембре дежа екипа де гувернари дин Република Молдова трекут он режим операционал пентру, а прегати цара ностра пентру орче тип де сценарий, инклюзив сценарию ну разбой ла скара ларга на Украина, инклюзив ла валуры де рефуджиаци. Și în special în ultimele săptămâni în Republica Moldova acest lucru de pregătire a fost accelerat, s-au identificat imobile pentru cazarea refugiaților. Глава МИДа также заявил, что Молдова остается нейтральным государством. Внутри страны предпринимаются усилия, чтобы не допустить подрыва этого статуса. Нику Попеску выразил надежду, что переговоры между Россией и Украиной приведут к прекращению огня в кратчайшие сроки. Speranța noastră este că această tragedie se va stopa, că aceste acțiuni militare nu se vor apropia mai tare de frontiera Republicii Moldova. Vom face tot posibilul pentru a nu importa și a menține țara noastră în afara acestui focar de conflict în măsura în care acest lucru este posibil, dar în același timp noi suntem obligați să ne pregătim pentru absolut tot spectrul de scenarii. За последние 4 дня было организовано более 40 центров размещения беженцев, которым возмещаются расходы из госбюджета. Из них активированы 11.